Эта записка была написана одной девушкой. День накануне моего дня рождения выдался насыщенным делами и хлопотами, потому что ночью я еле доплелась до кровати и рухнула в нее, не раздеваясь. Меня разбудил сильный шум в ушах, будто помехи по радио. По ощущениям, прошло минут 10 с того момента, как я уснула. Неприятным открытием было для меня то, что мое тело словно парализованное, я его не чувствовала. Оставалось крутить глазами по сторонам и ждать, когда же этот странный паралич пройдет. Чувство страха, что появилось ровно с того момента, как я проснулась, начало набирать обороты. Наверное, именно в этом ощущении говорят «животный страх». Мою комнату освещали несколько светодиодов от системника да тусклый фонарь перед домом, свет от которого падал мне на одеяло. Шевеление я заметила слева от себя. Уже в этот момент я готова была бежать из своей комнаты с такими визгами, на которые только способна моя глотка. Но я по-прежнему не могла и пальцем пошевелить. А это что-то медленно и бесшумно двигалось к моей кровати. Я ощутила тяжесть этого существа, которое забиралось на меня со стороны ног. Слезы брызгнули из глаз, но я не могла даже пикнуть, будто голосовых связок у меня никогда и не было. А оно ползло все выше и, наконец, добралось до пятачка света. Я это никогда не забуду. На меня смотрели два широких глаза с горизонтально суженными зрачками, находящихся на разной высоте относительно носа. В этом взгляде было столько злобы и столько ненависти. Тонкий сморщенный рот кривился в беззвучном рыке. Это существо смотрело на меня еще мгновение, а потом прыгнуло, выбрасывая руки вперед. Она схватила меня за голову, нащупала уши, завела за них пальцы и взрезала кожу. Я чувствовала, как по шее хлынули горячие струи. Тварь запихивала свои пальцы мне в раны и тянула за уши, за кожу. Я слышала треск, хлюпанье. Я бы уже давно отключилась от адской боли, но меня что-то держало в сознании. А оно все тянуло и подрезало когтями там, где ему было надо. В конце концов, существо добилось своего и сорвало с меня мое лицо? Да, наверное. Будто торжествуя, она подняла оторванную кожу над собой и медленно, смакуя момент, приближала его к своей морде, пока не надела. Тварь, казалось, заурчала от удовольствия и принялась пятиться. Вдруг остановилась, резко дернулась обратно и неуловимым движением полоснула меня по горлу когтем. Я проснулась. В голову будто свинца плавленного налили. Не знаю, сколько я еще проворочилась без сна, но в итоге меня выключило. А утром я обнаружила под мочками ушей неровные шрамы, сантиметра по два каждый, и тоненькую, едва заметную полоску на шее. Через пару недель у меня углубились мимические морщины. Сейчас мне 21. Мое тело от молодой девушки, а лицо от дряхлой старухи. Врачи утверждают, что это типичная форма прогерии, хотят изучать и предлагают пластику. Но я-то знаю, что никакая пластика мне уже не поможет. Оно пришло ко мне в мой 20-й день рождения и поставило крест на моей жизни. Эту запись прочитаете вы, дорогие читатели. Ее же найдут в роли предсмертной записки.